такое красивое платье у нас есть из костюмной вискозы. Эта ткань натуральная, поэтому очень приятная к телу. Мало просвечивает, но не забываем, конечно, надевать под белые вещи телесное белье в цвет своей кожи, а не белое. У нас часто любят девочки надевать белое, хотя это неправильно, оно будет светить из-под любой белой ткани. А в цвет кожи надели, и все, ничего не видно. Вот такое свободное платье. Сейчас еще в большом зеркале покажу. Отлично его можно сочетать и с кроссовками, и, как я сейчас, на каблуках. На спинке красивое декольте. Карманы. И вот так оно смотрится с ремнем. Надеваем аксессуары по случаю и обувь. И это платье может быть базовым и на праздник, если добавить красивую какую-то бижутерию. И на каждый день можно легко его вписать в свой обычный гардероб.